Сейчас мы взяли, короче, японскую свечку. Сейчас посмотрим, вообще есть искра или нет. Так. Включено. Так, поближе посмотри. Есть, есть, есть. Сейчас, наверное, просто так накинем колесо, чтобы... Что здесь, колодки? Так, чтобы вывести его на свет, там, чтобы было хорошо видно. Прикрути чем-нибудь. Родная? Да. Да все, ничего не заключено. Так, не знаю, вот будем же сейчас ставить еще бензонасос. Вот это надо убрать. Смотри, здесь по пластику все есть. Боковые части, сидушка. Просто нужно сейчас собрать это все. Да никаких этих нет. Да все равно протрешь еще что-то. Ну, да. Шпильки. Шпильки еще были. Так. Сейчас нужно тряпкой заткнуть, чтобы в картер особо ничего не слетело. Вообще надо сейчас так аккуратно. Нужно сейчас заткнуть, чтобы затыкает. Потому что если туда попадет, то очень плохо будет. Гайку давай кинем. Потом... Движок бам! Мы потом не вытащим, придется потом половинить. Так. Половинить сам будешь, я не умею. Я умею. Я даже не знаю как. Я основное могу собрать, типа. А вот именно половине. Ну, все остальное могу, а половине нет уже. Карп еще нас. Так. Смотри, сейчас нужно поставить бензонасос. Угу. Вот так вот он выглядит. Да, вот такой бензонасос. Да, да. Так. Так, установили бензонасос. Смотрите, вот этот шланг, он принимает топливо. Вот это вакуумник. Отсюда выходит шланг на карбюратор. Сейчас нам нужно это все прикрутить. Так и дело. Ты знаешь, за кадром, да? Наживить. Так, и с этой стороны тоже. Вот эти надо еще попритягивать. Сейчас нужно шланг взять, который на карбюратор будет идти, вот этот. Все, выключать пока? Сними вот эту. Включи, включи камеру. Ничего? Да. Так, нашли шланг. Я надеюсь, что примерно под карбюратор. Наверное, хватит его. Надо потом хомутом будет железным стянуть его. Там он так не вывалится, ты чё? Да. Ты плетели на тебя нормально. Так. Так, вырезаем прокладку из паранита для лепесткового клапана. Сейчас вот будет. Угу. Сейчас прорежем еще дырки. Будет отлично. На эту сторону.
Ладно. Так, поставили кольца. Сейчас будем уже насовывать поршни. Тут тоже стоит. Так, сейчас по-быстрому переставили прокладку. Ставим вниз. Установили карбюратор. Лепестковый клапан, здесь прокладки тут. Здесь добавили, короче, паранитовую прокладку. Сейчас оденем шланг, в котором будет поступать бензин. Туго идет очень сильно. Вот это что? Масло. Вот масло. Давай его сюда. Так, уже начинаем все собирать. Вот уж то инструменты. За сегодня мы поставили карбюратор, накинули поршневую, бензонасос, шланги поставили. Наверное, в другой уже серии будем мыть бензобак. Ну и, наверное, будем уже пробовать заводить. На этом наша серия заканчивается.